Беременность – это новый и прекрасный период в жизни каждой женщины. Однако, признаюсь честно, на первых порах очень пугает перспектива расставания со своей любимой, стильной, сидящей по фигуре одеждой. Кажется, что теперь придется перейти на безразмерные платья-палатки и объемные свитера. Подобрать одежду мне поможет менеджер магазина Светлана Бурлюк. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Предлагаю вам совершить покупку в нашем прекрасном магазине, в котором одежда бывает очень удобная, комфортная, и самое главное, будете чувствовать себя в ней уверенно каждый день. В нашей программе мы уже неоднократно повторяли, что беременность – это замечательное, новое и интересное время для будущей мамы. Учитывая тот факт, что 9 месяцев проходит очень быстро, постарайтесь прожить их максимально комфортно и красиво. Ведь если хорошо маме, то радуется и малыш. Светлана, а расскажите мне все-таки, как же должна выглядеть современная беременная женщина? Вот справедливы ли мои опасения о том, что придется поменять любимую одежду на бесформенные совершенно наряды? Нет, конечно. Сейчас дизайнеры предлагают очень удобную, комфортную и одежду, которая будет любой день, будь то в праздник, будь то дома, будет удобно и комфортно. Она сделана в основном хлопок, трикотаж, шелк, все натуральные ткани, потому что ощущение беременной – это всегда должно быть удобно и комфортно. Хорошо, что же могут предложить магазины беременным женщинам сегодня? Это большое разнообразие брюк, бриджей, леггинсы, футболки, платья, также многие туники, которые сейчас очень актуальны, создают модный и прекрасный вид беременной женщины. А потом это беременная всегда прекрасна. Это тот самый период, когда растет живот, и ты радуешься, что у тебя ты не полнеешь и выглядишь комфортно. Многие будущие мамы считают, что покупать одежду на такой, казалось бы, короткий срок бесполезно и невыгодно. Но они ошибаются. Во-первых, каждая модель продумана и скроена так, чтобы беременной было прежде всего удобно, чтобы ничего не мешало растущему животику. В зависимости от предназначения вещи, ткань может поддерживать или растягиваться там, где это необходимо. Во-вторых, одежда для беременных чаще всего шьется из натуральных материалов. И в-третьих, не сомневайтесь, что вы обязательно найдете подходящие вам модели на любой выделенный вами для этого бюджет. И, наконец, многие вещи, которые вы приобретете, будучи беременной, будете с удовольствием носить и после родов. Ну, вот, кстати, мы подошли к брюкам. Давайте про них поговорим, потому что иногда носят штаны мужа на подтяжках женщины. Ну, не иногда, раньше носили, скажем так. Кто сегодня предлагается? Сейчас очень много брюк, которые оснащены прекрасной резинкой, которая тянется. Потом большинство случаев моделей эта резинка убирается, и брюки становятся просто на каждый день, которые можно использовать после беременности. Резинка, из чего сделан? Это эластичный пояс, я смотрю, это, да? Эластичный пояс, 80% хлопка, который позволяет очень комфортно поддерживать животик. И на любой размер вы можете его затянуть резинкой, либо подобрать, как вам удобно. Джинсы, конечно, это самая удобная вещь, которую может использовать беременная, потому что их можно одеть и под каблуки, и под кроссовки. Вот, так как они сделаны, вы не будете, что они бесформенные, на вас будет сидеть это идеально, потому что дизайнеры шьют брюки для беременных именно так, чтобы они комфортно сидели на вашей фигуре. А скажите, а вот как приходится покупать одежду для беременных? В частности, действительно, меня штаны и джинсы интересуют, брюки.
приходится ли несколько брюк по мере роста живота или достаточно одних брюк, например, купленных на втором месяце беременности? Не, ну, конечно, все надо покупать, когда уже появился немножко животик, потому что все-таки эта одежда сделана для того, чтобы было ощущение чего-то. Если вы купите два месяца, конечно, вам уже в шесть месяцев будет немного некомфортно. Но вот получается так, что, например, ты покупаешь какой-то еще маленький животик, и ты, соответственно, меряешь, тебе все подходит. Через 4 месяца живот вырастает в 2 раза, и не придется ли покупать новые брюки или джинсы? Нет, все модели брюк, платьев, юбок сделаны так, чтобы с учетом роста животика, конечно, не безусловно, они оснащены специальной резинкой поддерживающей, которая это все балансирует. А вот, кстати, должны ли быть брючки немножечко свободноваты, потому что ведь и бедра у женщины растут, и, наверное, полнота какая-то прибавляется все равно. Мало кому удается вырастить только живот и при этом остаться с тонкой фигуркой на 44 размер. Нет, конечно, безусловно. Есть ткани, которые растягиваются, там, где добавлен эластан, там они тянутся очень прекрасно, и любую вашу фигуру они поддержат. Есть ткани, которые не тянутся. Те, конечно, действительно надо выбирать вот таким односилен, хлопок. А и... вот покажите, например, как, здесь какие ткани тянутся, а те, которые не растягиваются. Да? Вот брюки, например, где есть стрейч, да? Uh-huh. Но эти модели не отличаются от тех моделей, чем мы пользовались раньше, конечно. Вот просто они сделаны с учетом роста бедер, животика, ножек, поэтому здесь, конечно, вот добавлена эластан, который делает эту модель очень национальной. Еще нужно добавить, что когда беременная одевает одежду, да, она, в принципе, должна чего отталкиваться? Домашняя одежда на каждый день, и что-то можно сделать на выход. Поэтому, соответственно, в домашней одежде будет больше хлопка, больше трикотажа. А вот, наверное, на выход, да? Можно использовать шелк, да, который также будет благородно сидеть на вашей прекрасной фигуре. Светлана, с брюками и джинсами мы разобрались, давайте подберем что-нибудь на одежду, какую-нибудь кофточку или футболочку. Да, конечно, Юля, пойдемте посмотрим. Пойдемте. Здесь, я понимаю, летние футболочки, кофточки. Да, пожалуйста, здесь очень большой выбор трикотажа, который можно, наверное, подобрать и с брюками, и с юбочкой. Очень удобно, также они рассчитаны на животик, то есть вам будет очень удобно. Я заметила, они еще очень жизнерадостных цветов. Чтобы беременная женщина настроение только поднимала. Конечно.